Друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, наши подписчики! Спасибо каждому подписчику за подписки. Мы стараемся вам делать хорошее видео. Сегодня у нас видео посвящается самшитовой огневке, такому вредителю, очень известному сейчас у всех людей на участках проблемы с самшитом. Эта гусеница очень быстро сжирает, можно так сказать, весь самшит. Были случаи, что за ночь, за полсуток съедала буквально 80% самшита. В том году у нас на участках были проблемы с самшитовой огневкой. В том году я обрабатывал препаратом Фьюри. Я очень тогда отравился, работал хотя в респираторе, но что-то, наверное, попало мне на кожу. Или не знаю как, но отравился конкретно. 3 дня я отходил. Сегодня мы также будем обрабатывать самшитовую огневку. Сегодня мы будем работать препаратом Nurel-D. Я в описании напишу, как препарат называется. Всегда буду в описании писать, потому что люди с первого раза не понимают и не слышат, может, ветер. Сейчас буквально у всех на участках эта проблема — самшитовая огневка. Давайте пройдем, посмотрим. Я вам сейчас покажу, как она поражает. Вот мы видим здесь, что она работала хорошо. Мы видим, соседние кусты, они намного жирнее, чем этот. Возьмите дальний план, да, чтобы было видно разницу. Этот самшит уже она хорошенько сожрала. Давайте я вам пойду покажем самый пораженный куст. Вот там. Вот так она работает. Практически весь самшит, все листья сожрано. Сожрала она буквально за ночь, наверное, да. Мы обрабатывали уже в этом году один раз от самшитовой огневки. Как видим, результат не очень. Также на самшите есть паутина. Это тоже работа этой гусеницы. Напомню, уход за самшитом. Если у вас на самшите паутина, вы стараетесь веником эту паутину убирать. Сейчас мы разбавляем препарат Nurel-D, там идет ампулка 20 мл на 15 литров воды. И хорошенько будем обрабатывать весь самшит, потому что эта самшитовая огневка очень нас уже замучила. Первый раз мы обрабатывали препаратом Акфелик, он очень такой ядреный, тоже вонючий, но результат, я скажу, 50 на 50. Смотрим, друзья. Это, друзья, самшитовая огневка, которая мучит сейчас всех людей, все самшиты. Так, препарат Nurel-D, емкость 20 мл. Сейчас будем разбавлять на полный опрыскиватель, на 15 литров, полный бак. Так, и препарат мы выливаем в наш опрыскиватель. Набрали мы уже 14 литров. Смотрим, как сейчас будет. Смотрим, как препарат. Стал. Ну, вода стала мутная, белая. Так, сейчас добавим еще литр воды, чтобы хорошо разбавить, закроем крышку и хорошо поболтыхаем.
Итак, ребята, прошло у нас 4 дня, я видео это снимаю через 4 дня после обработки самшита препаратом Нур-ЛД. Кстати, я вам скажу, он нам помог. Мы проверили сегодня, самшитовой огневки вроде бы нет, но мы хорошенько проверили через каждый кустик выборочно, мы не обнаружили самшитовую огневку. Обрабатывали, так как я вам и говорил, мы еще препаратом Актелик первый раз, он нам не помог, ну так, 50 на 50. Огневка была вялая, но она все равно видно, что жрала самшит. Итак, я вам кратко давайте расскажу о самшитовой огневке. Значит так, это бабочка серого цвета, которая откладывает свои яйца на внутренней стороне листка. С этого яйца, с кокона, появляется гусеница зеленого цвета. Такие интересные черные на ней точки. Голова с большими глазами черными. Гусеница вообще очень красивая. Но, конечно, вреда она приносит очень много. Первые признаки самшитовой огневки, чтобы вы знали. Если у вас появилась паутина на самшите, значит, вам нужно искать уже саму гусеницу. По всей вероятности, у вас уже завелась самшитовая огневка. Второй признак – это экскременты сожранного листья. Гусеница сожрала, и экскременты сразу выбрасывает под кусты. Вы увидите очень много экскрементов под кустами самшита. Листья самшита на глазах просто где-то деваются. Одного за 20 минут может сожрать один листок самшита. А этих особей, вы понимаете, очень много. Много я в интернете вот смотрел про самшитовую огневку. Как таковой информации нет. Там буквально на пару сайтах люди рассказывают. Научные сотрудники, я даже нашел, рассказывают про это насекомое. Завезена самшитовая огневка к нам с Китая в начале 2000-х годов. Очень приносит большой вред сейчас на территории Украины, России самшиту. Вовремя нужно, в общем, ее обнаружить, обработать. Вот мы обработали препаратом, напоминаю, Нур-ЛД, он нам понравился. В том году мы обрабатывали препаратом Фьюри два раза, тоже вроде ничего, препарат. Может быть до 4 поколений самшитовой огневки. Одно поколение вы убили инсектицидом, может уже быть уже заложены коконы на листках второе поколение. Так, третье, четвертое. За сезон может быть 4 поколения. Очень обращайте внимание каждый день на свой самшит или нет паутины, так как я вам и рассказал. Если все листья самшитовая огневка сжирает, ей нужно, естественно, питаться. Это прожорливое насекомое. Она начинает даже есть кору на стволе самшита. Если самшита на весь уже сожрала полностью, она может переселяться на клен, на мушмулу и также жрать листья этих растений. В общем, друзья, кратко я вам рассказал о этом насекомом. Много людей задают вопросы. У многих сейчас проблемы с самшитом. Вреда, конечно, она принесла за тот сезон 2016 года, за 2017 год. Были мы на участках, на котором самшит полностью съеден самшитовой огневкой. Самшиты есть и по 40 лет, большие шаровидные изгороди. И это насекомое полностью убило растение. Спасибо, друзья, за просмотры. Ставим большие пальцы вверх. Подписываемся на канал. Всем пока!